здравствуйте. Хочу предложить, да и сам послушаю с удовольствием, вот, песни из кинофильма «17 мгновений весны». Ну, я думаю, этот кинофильм знают все. Ну, старшее поколение тут даже без, как это, без вариантов его знает. Вот, песни в исполнении Иосифа Кобзона. Значит, первое, что у нас будет, 17 мгновений весны. Вторая, где-то далеко, многоточие мгновения. Ну вот, пластинка как бы не в сильно хорошем состоянии. Ну, к сожалению, очень большому моему сожалению, другой нет. Такие, наверное, чем мы старше, вернее, я, во всяком случае, старше становюсь, тем больше понимаю смысл этих всех произведений. Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, 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 спрессованные года, мгновение, спрессованные столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Идет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, 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 мгновение. Спасибо. До свидания.